В Махачкале продолжается снос незаконных строений. Накануне коммерческий магазин, расположенный по адресу улица Яракского, 76, стал предметом судебного разбирательства, в ходе которого строение было признано самовольно возведенным объектом. Юрист столичной администрации также сообщил, что строение было возведено с грубыми нарушениями градостроительных норм и правил. В ходе проверки было установлено, что данное строение было возведено застройщиком с грубым нарушением градостроительных норм и правил. На основании собранного материала администрация города Махачкалы обратилась в Советский районный суд города Махачкалы с исковым заявлением о признании строения самовольным и его сносе. В настоящее время управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан совместно с администрацией города Махачкалы осуществляется принудительный снос самовольно возведенного строения.